ученики 8 класса Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Два исполнителя, о каждом из которых можно говорить очень много, они победители множества самых разных международных и всероссийских конкурсов. И хочу вам сказать, что юная исполнительница Настя Витюкова сейчас будет к вам с замечательной скрипкой, которая принадлежит российской музыкальной коллекции уникальных инструментов. Это знаменитая скрипка Амати. А Генрих, о нем можно рассказывать очень много, о его победах самых различных. Но особенный приз, которым он также гордится, это приз зрительских симпатий на конкурсе в Германии. Итак, мы приветствуем дуэт в составе Анастасия Видякова и Генрих Юденич. В частности, в работе уникальной, замечательной школы в городе Сочи.